время от рождественских праздников до Масленицы – время веселья. И мы в это время именно решили собраться и сделать здесь выставку. Когда мы начали искать, какой же девиз избрать, мы решили, что в поисках настроения и будет самое интересное. И раз в поисках интереса, то мы решили пригласить Зиту, она у нас выдумщица, всегда тоже нам настроение, ну, в поисках настроения, вернее. Вот. И она предложила, чтобы мы именно живые картины сделали. Ну, а раз живые картины, значит, нужна музыка. Позвонила Саулюсу, Шевчулюсу, и Саулюс сказал, хорошо, так как это с 14 по 17 век, значит, нужна и флейта, чтобы старинную музыку можно было сыграть. Вот и таким образом мы здесь все и собрались, и решили, и таким образом решили. Гильнягали до Барейги. И таким образом мы решили здесь собраться. Вот и не только наши картины, в которых тоже, когда мы здесь с понедельника делаем уже экспозицию, так? Значит, четвертый день сегодня, как мы эту экспозицию делали, и решили, что должно быть настроение не только в наших работах, но в нас самих и у наших всех гостей, у наших зрителей. И кажется, это совместно получилось. Так что спасибо Сите Талакелпшайт и Саулюсу. Ой. Шевчулису с музыкантами и директору этому дома Ларисе Лукошевичене, Юлечке, которая все нам подавала, потому что нам так срочно реквизит нужно было в одночасье собрать. Это не так просто. Вот, и даже школа православная нам со своими ангелочками помогла. И, конечно, из художественной школы, как всегда, так как мы из художественной прямо сюда со своей выставкой приехали. Импровизация, посмотри. Tikrai, kad labai sunku šnekėti. Nu, Irina, šnekėk, padėk man. Čia tau, nu, tu turi lietuviškai padėti. Nu, ką aš turiu pašnekėti? Pašnekėk truputėlį apie... Tiesiog, nežinau, nu, nemoku šnekėti. Negaliu, sakau, nepasiruošus, aš negaliu šnekėti. Это вместе делается как бы выставка шоу заодно, да? Taip, разумеется. Man vienas momentas tai labai įdomus buvo, kadangi Marijos rolėje turėjo būti tikra mama su savo tikru vaiku. O Marija tapau aš su netikru vaiku, bet visai gerai jaučiausi. Tikrai buvo puiku. Tikrai buvo puiku. Ну, вот, серьезно, вы просматривали вот этот вид искусства, как совмещение? Ой, раньше, тесёк, студию мяты, смотрите, дарбы, я вискас был экспромт, вакара сейчас помочу, а шэндэн вайдинаме, и гуищея коснош, ты тикрэй настабу. Ну, с почём стэй лабэй настабу. Вискас. Все очень весело, красиво, и, мне кажется, восторга здесь много было. Во всяком случае, с нашей стороны. Man atrodo, toksai šau, taip, Klaipėdoj, tai turbūt pirmą kartą, kada darbai derinami su teatru. Tai čia iš vis tokia naujovė, sveikintina. Ir jeigu turės tradicijas ateityje, tai bus tikrai labai gražu žavingas dalykas. Aš galvoju, šitie daug jaunų menininkų ir mūsų mokinių čia dalyvauja. Labai madoj yra dabar, reiškia, visokios meno tokios įdomios trovės, ten kaip instaliacinis menas, ten pop-pop ir taip toliau. Ir visados tai lydi daugiausia muzika, muzikantai, nu, poezija, jeigu tai rimti teatro, reiškia, parodų atidarymai. Bet va dar, kad tokie būtų su tokia linksma improvizacija ir kartu iš rimtų pozicijų šiaip ar kitaip. Tai čia, nu, tai tikrai yra labai nuostabu. Čia uvertiūra, pirmoji uvertiūra Klaipėdoj. Aš apskritai gyvenime mėgstu išdaigas.
gyvenimas yra pernelyg rimtas ir taip nuobodžiai gyventi man visiškai nesinori. Aš labai dėkoju savo draugiam, visom, kurios sutiko tose išdaigose dalyvauti. Nepabūgo pasirodyti nerimtos ar dar kaip nors kitaip, sakykim, apsijuokti prieš Klaipėdos visuomenę. Aš nebijau niekada apsijuokti, man sakiau, patinka išdaigos. Malonu, kad yra ir daugiau žmonių, kuriems patinka išdaigos. Galbūt ir dar kas nors susigundys ir kokia nors išdaiga pakvies klaipėdiečius. Taigi, linksmiau gyventi.